Всем привет! Я Теодор Салпаров, игрок волейбольного клуба «Зенит Казань». Я сегодня отвечу вам на все ваши вопросы. Как бы хэштег спроси. Как вы? Хэштегом спроси «Зенит». Что-то мне тяжело. Первый вопрос от «Зенит ТВ». Ты отгадай несколько самых популярных вопросов, которые тебе задавали, и заодно ответь на них. Я думаю, что про мое детство, про мою карьеру, про моей семье, это как обычно все задают эти вопросы. Я как-то случайно попал в волейбол. Хотел быть футболистом и пошел в спортивную школу, но оказалось, что места нет. И мне мама сказала, давай попробуй волейболом. Я же играл в волейбол, твоя сестра играла в волейбол. Так началось, я попробовал, меня приняли. И вот я здесь перед вами сейчас уже доволен, что так получилось. Я женат, у меня сын. Риск профессионального спорта, конечно. Они не со мной здесь, конечно, скучаю по своей семье. Они мне не хватают, но я профессионал, я уже привык. И иногда это даже лучше, потому что без семьи человек больше так уделяет себе время отдохнуть и быть полным профессионалом. Была ли у тебя мечта в детстве? Избавалась ли она? Мечта была стать спортсменом на хорошем уровне. Я как сказал, футболистом. Видите, получилось волейболистом. Я думаю, что я постиг намного больше в волейболе, чем если бы я оказался в футболе. Я очень доволен своей карьерой, и я очень рад, что я пришел в этом коллективе. Не каждому иностранцу, при том либеро, дается такой шанс играть за таким клубом. Почему ты вывел позицию либеро и на какой играл до этого? Если честно, я не хотел очень играть либеро. Я играл первым темпом, но это только год. И потом, потому что мне рост не позволял, меня переставили в доигровки. Мне очень нравилось играть доигровщиком. Тогда завелся очень, когда меня хотели переделать уже в амплуа либеро. Тогда не хотел, но сейчас я очень рад и до сих пор не жалею. Кто был твоим кумиром и сейчас может остаться? Скажем про амплуа либеро, это бразилец Серджио был, игрок, который очень мне нравился, и, конечно, Юбер Эно француз. 8-10 лет назад точно были лучшие в мире. Камиля Калиева. Здравствуйте, Теодор. Откуда взялась традиция прыгать на игроков? Тоже хороший вопрос. Эта традиция, скажем так, получилась, когда я начал играть за сборную Болгарии. Мы начали вместе с Матеем Казийским. После очень важного очка прыгнул ему на шею. И ему понравилось, мне понравилось. Я думаю, команде так понравилось. Завелись ребята. И оттуда уже такая привычка. Так, Юрий Андреев. Как вам дается русский язык? Тяжело ли было учить? Мои родители работали в 80-х в Коми, Республика Коми. Детского сада до 4 класса, до 7 класса был в России. Так что оттуда так знаю русский язык. Когда не забывал, конечно, просто бывают ошибки. Настя Тюленева. Очень часто Алексей Спиридонов называет вас не Тео, а Филиппом. А как остальные друзья по команде вас называют? Наталья Прокофьева. Тео, вам в Казани весело? Где любите проводить свободное время? То весело останется это. Интервью с Филиппом Киркоровым, да, со Спиридоном это интервью. Мы просто обсуждали в раздевалку Филиппа Киркорова. И Спиридонова, наверное, вот так пришел в голову сказать Филипп. Мне нравится, когда вот в команде есть такие игроки, как Спиридонов. С ними всегда весело, так что я в форме. С Филиппом было весело. Спасибо. А другие меня называют Тео. Все обычно Тео меня называют. Так что беспокойтесь, Филипп. Только это раз было. Единственная моя, с ветром обрученная. Весело, конечно, в Казани. Мне и город очень нравится, друзья здесь есть. Свободное время с друзьями где-то поужинать, может быть, в кино или в PlayStation сыграть. Вот так проходят выходные у меня. Никита Захаров. Тео, сложно ли вам соперничать с Алексеем Вербовым? В каких вы отношениях? Бывают ли конфликты? Хороший вопрос. Никита, соперничества у нас с Вербовым точно нет. И не только с Вербовым, и с Владиславом Бабичевым. Хорошо дружим. Никаких конфликтов
пока я здесь, у нас никогда не было. Все отлично, мы понимаемся отлично друг друга, исправляемся в тренировочный процесс. Антон Семенов. Тео, попадали ли тебе когда-нибудь мячом в лицо? Мне Казийский один раз попал в лицо очень здорово. Семен Полтавский, он тогда считался один из лучших. Это Иван Милькович очень мне прилично тоже дал в лицо. Я даже встал и вышел на скамейку вместо пойти в первую зону. Андрей Кошников, Тео. А как вас ласково называла мама в детстве? Либо Теодор, либо Тедди. Это умаленный вариант, типа Тео на русский, ну, по-болгарски. Тедди Салпаров, да. Гак Уолкер. Не Джонни Уолкер? Гак Уолкер, а, окей, да. Тео, привет. Кто твой лучший друг в команде? Какое у тебя самое приятное воспоминание, связанное с «Зенитом»? Со всей командой я в очень хороших отношениях. Я просто такой человек и в жизни. Большинство из времени, конечно, я провожу с Мэттью Андерсон, с Леоном, ну, как иностранцы, нормально. Просто у других ребят здесь семьи, женаты, они могут поужинать или сходить в кино. Конкретно воспоминания, конечно, это выигрыш Лиги Чемпионов. Это потому, что была и моя мечта. Эмоция была очень большая. Надеялся просто, что произойдет что-нибудь плохое, и опять я не выиграю этот турнир. Ну, дай бог, и в этом году нам получится. Больше всех вопросов мне понравился этот от Никиты Захарова. Дружим ли мы с Вербовыми, какие у нас отношения? Мне очень понравился вопрос, и получите от меня мой автограф.